Are you looking for something? We might have just the thing for you. Hi, I'm Uncle Billy, owner of the Barn Finders Incorporated, a true American company. Here you can find anything you can dream of, and real treasures, like me. Type what you are looking for and we will find it. Eventually. Yeah. Barn Finders. You want stuff? We have stuff. Всем привет! С вами снова Кокос. И мы начинаем смотреть игрушку Barn Finders. Итак, ну пойдем из-за мужика. По-любому. Что нам предстоит здесь делать? Я, наверное, предположу, что вы уже знакомы. По-моему, есть на мобильных телефонах игрушка, в которой мы играем. Возможно, и на ПК тоже. В котором играем как раз-таки за человека, который выкупает старые гаражи, находит там что-то интересное и выставляет на это на продажу. Итак, игра Barn Finders, где нам предстоит как раз-таки заниматься тем самым. Находить давно забытые кем-то вещи в выкупленных нами ангарах, гаражах. И продавать это. Обогащаться за счет этого. Эй, просыпайся! Наш генератор сдох. Возьми батарею и почини это. Давай работай побыстрее, в общем. Никто не ждет, да? Так. Сразу идем зарабатывать бабки. Рециклинг делаем. Тех элементов, которые находим. Правда, мы находимся сейчас дома. Просто познакомимся, как работает, не знаю, физика. Попытка что-то найти. То есть вот такие вот маленькие элементы можно сразу отправить переработку. Оп! Нет, под чайником тоже ничего. Эквипку. Ага, апгрейд ган нужен. Так, крутить, вертеть можно, да? Так, ну ладно, вроде все, свою хибару я обыскал. Итак, обучение. Первое задание. Нужно надыбать генератор, точнее аккумулятор, и ставить его в генератор и подойти к компу. Понял. Ресайкл можно сделать. Так, это не перерабатывается, но вот это нам мешается. Да, оно самое. Во, вижу, вижу генератор. Новая почта. Итак, мы приступаем к работе. Так, в общем, нас приветствуют старого друга и предлагают нам работенку. Нам нужно в красном амбаре найти вот такой вот предмет. Награда будет 300 баксов. Ну и, видимо, все остальное будет нам. Red Barn можно купить. А, вот как, да? То есть туда нужно топливо. По сути, миссию мы получили, мы не скупаем этот амбар. Нам нужно просто топливо, чтобы туда добраться. Так. Топливо либо стоит 50 баксов, либо... либо мы его найдем. О! Да ладно! Usable object. Golden paper! Золотая туалетная бумага. Так, это у нас дополнительно... О, кстати, канистра. Колесо... Yamaha Back Wheel, заднее колесо. Для этого, чтобы собирать мотоцикл, нам вот этот нужен, да? Assembly Station.
Здесь у нас что, починка? Здесь два места для машин. О, баскетбольное кольцо. И оп, да. Надо потренироваться. Да. Ну стой. С четвертого раза, ну ладно. Так. По сути, у нас сейчас продавать-то еще нечего, да ведь? У нас только канистра. Да, так что мы, наверное, сейчас просто срываемся. Канистра у нас есть. О, кстати, это можно продать. Recycle. Это что у нас такое? Cleaning station. Здесь мы будем очищать, я так понимаю, предметы. Разного рода скрэп. А это местечко для того, чтобы продавать объекты, которые мы найдем. Путешествие. Путешествие начинается. Первое задание. Red Barn. Двайнс Лав Нест. Гнездышко. Любовное гнездышко Двайна. Так. Вот это главная наша задача. А это уже посредственная, да? То есть второстепенная. Search additional items. В общем, есть секреты. То есть у нас есть полоска collectibles left, с помощью которой мы видим, сколько еще предметов, по сути, осталось на территории. Да-да, сейчас мы исследуем твой амбар. Сейчас только включу музычку. Да-да-дам. Кто здесь? Блин, там какой-то инопланетянин был. По-моему, я нашел какую-то бухашку. Зеленый человечек? По-моему, не стоило пить то, что находишь в старых красных амбарах. Poster edit, то лекция. Окей, здесь, я так понимаю. Да, мы здесь не пройдем сейчас. Так, скамейка. Эти бочки у нас перемещаемые. Mark for transport. Отлично. Объект. Что-то какой-то... Стоп, здесь какой-то странный звук. В амбаре. Не хватит. Стоп, а если я... Запрыгну вот так. Вот так. Вот здесь можно было еще с этих залезть. О, еще туалетная бумага. Отлично. Так, Марк Транспорт. Блин, неужели мне все это ворочать придется? Так, ладно, попробую пока без того, чтобы ворочить, найти. А потом уже переворачиваем. Так, это не собирается, это просто двигается. Мико! Так, в сам амбар. Так, valuable trash, trash. У меня фонарика нету, да? Ладно, я думаю, мы без него сейчас справимся. Так, так, так. Телевизор. Забираем. Он пакуется в машину. Пусто.
О, канистра. Мы уже окупились. Дверь заперта. Так. О, книжки. Мусор. Надо на пол тоже поглядывать. Ты мне тут мешаешься. О, скорее всего, ключик от той двери. Матрас. А, можно просто рыться. О, постер. Блин, а теперь надо еще посматривать. Есть тут еще такие полотна? Которые что-то закрывают на стенках. Не вижу. Так, ну-ка, дверь. Опа. Марк. Забираем. Пусто, пусто, пусто. Так, я так понимаю, теперь мы сможем выходить. Да. Так, ну больше половины мы собрали. О, кстати. Постер. Так, свечки не собираются? Нет, не собираются. О, во, мотоцикл. Точнее, ну, часть мотоцикла. Керри. Ну, керри. Black Magic. Мануал. Обучение черной магии. Так, здесь мы вроде больше ничего не видим. Странно, странно. А где еще-то? Стоп, у нас тут лестница. Секс-кукла. Ладно, тоже заберу. О! Ой, промазал. Я нашел оленя. То, зачем мы сюда приехали. Черт, надо с разбега. И раз! Как думаете, это последнее? Да, job item found. Стоп. А вот, теперь сообщение, что все предметы собраны. По сути, теперь мы можем просто-напросто сваливать. Потому что мы все собрали. Вот, возможны маленькие элементы для рецикл. Как-никак тоже деньги. На полу. Может, возможно, какие-то еще есть остеры спрятанные. Но основную часть мы все забрали. Сейчас еще оббегу. Слушайте, а курицу можно забрать? Куда? Ну-ка, стоять. Лети! Все. Она отлеталась. Так, что-то я, честно, больше ничего не вижу. Кстати, вот на этот амбар, как думаете, смысл есть запрыгивать? По-моему, если мы все собрали, то, наверное, уже нет. Так, ну и что? Какой наш улов? Секс-игрушка? Так, это что означает? То, что она грязная, наверное, да? То, что как раз надо будет очищать. То, что нам нужно запаковать было. Ладно. Поехали домой. Да. Бобби Грей, интересно. Люди показывают хороший потенциал. Я заспавню еще пару объектов. Посмотрим, найдут ли они, да? Wants to save us. Барнзерс. Так, we'll have some items. То есть они будут пополняться еще. То есть на некоторые территории можно будет приходить дважды. И находите уже какие-то элементы еще.
За исключением того момента, если вдруг там снова бензин нужно быть, то это уже невыгодно. Хотя 50 баксов за один... Ладно. Unload your truck by pressing button of the storage station. Окей, это значит разгрузиться можно моментально. Потом выставить right-кликом автоматически все предметы для того... на стойку. Открыть магазин, чтобы... Да, в дневное время, видимо, да? Чтобы магазин начал продавать. Ладно, сгружаем. Давай, давай, давай. Так. Отлично. Ну-ка попробуем расставить. У меня... Это для медиум. А вот, у меня сразу две медиум ушли. Цена 70. Да, и... А, кстати, нормально. Он сам цену выставляет. То есть мне не придется морочиться. Стой. По-моему, это не выставилось. О. Отлично. Маленькие объекты. Ну-ка сюда. Нет. Сюда. Это надо покупать еще даже. Стоп, а какого размера тогда там вещи-то? Почему они не выставляются? Ну? Что не так? Big shelf. А, во, выставился. 75 баксов. Так. Вот. Мика апгрейд ган. С помощью него мы теперь сможем апгрейдить окружение. Да? То есть выбираем, смотрим, какие тут вариации. Ну прям топ-топ-топ. Крутяк. Плакаты. Разного рода. Давайте, наверное, вот это оставим. Сюда нельзя. О. Стоп. Вот. Еще что находил. Так, это у нас стойка. Не, на стойке на медиум мы еще даже не забили. Я так полагаю, у нас проблемы с стойками на этот. На большие объекты. Ну-ка. Да. Что, еще тратим? Кстати, на то, что... Блин, уже не хватает. На то, чтобы очистную сделать. А здесь? Для ассембли. 200? Апгрейд. Понятно. Еще не хватает. Нужны бабки. Бабки, я так понимаю, мы получим, когда начнем. Сейчас не включается, потому что сейчас ночь. Ну ладно, давай тогда. У нас есть еще что-то поставить? О, стульчик. Все. Бабок больше нету, идем спать. А, стоп, подождите. Use computer email to pack consent. Мы же... Не скинули, да? То, что... Да. 300 баксов получили. Отлично. Когда будете готовы, идите спать. Janitor room. Стоп. А теперь мы можем уже поставить очистную. Вот, кстати, да, значок того, что она грязная. И надо бы ее почистить. Отлично. Сейчас с этим и займемся. Стой, нет. Отдай обратно. Так ты полосатая. Девяносто девять. Где ты еще? А так, хвост. Так. А ты у нас что, медиум, нет? Медиум. Отлично. Так, у нас где-то еще секс-игрушка была. Грязная. Грязная секс-игрушка.
98, опять где-то. А, вот жопа грязная. Стой, 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 я не дочистил. Так, бик. Блин, а бик у меня уже не осталось, да? Ща, погоди. Бик. Вот так вот. Так, а для того, чтобы проапгрейдить ассембли и поставить туда часть мотоцикла, меня уже нету. То, кстати, ассембли продавать по частям нельзя, да? Вот перечеркнутый доллар. Понятно. Теперь все. Janitor rooms. Идти спать. Все, понял. Следующий день. О, в 7 утра, нормальный такой подъем. Сразу бежим, включаем наш магазинчик. Так, у нас новая почта. Your reward 430. Hey kid, new season of the beat events. Let's go to the bridge storage and win this. The final round will give you a ticket to Hawaii. If you find any engine there, send. Не, ну круто, круто. Барнхаб. Блин. А у меня только одна канистра. Не, ну ладно, давай вот скинем. Так, сейчас посмотрим. Где все люди? Где все мои покупатели? О, покупатель. 14 баксов. Не, давайте поторгуемся. И надо торговаться, пока у него полностью не ушло этот настроение в минус. Продавать, 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 продавать. Еее, успел. Что, это все? А, он медиум, да, забрал? Слушайте, стоп, а почему 148? Было же 178 только что. Так, покупатели! Эй! Воришка! Мы его напугали. Гум, блин. Так, 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 у нас что-то, может, тут вкусно есть, нет? Это что такое? Digging ground. Тут можно копать. Да блин. О, не хотя бы выровняться. Давай еще разок. Забирай. Слушайте, куда мне лопату? Этот же выдает лопату, 40 баксов. Ты хочешь волка купить? Вообще огонь, волк, забирай. Смотри, по дешевке отдаю. 23 бакса. Фига себе. Ты черт. Ой, иди тогда отсюда. Как использовать щавель? О, на троечку. Sell. Wall, big. Redneck. Два бакса. Два бакса и давай еще. Продажа. Нельзя. Нельзя. Wall big. Big wall. Да. Сколько? 100 баксов? Неплохо. И тебя мыть ничего не надо? Нет, походу. Ты что хочешь?
ты уверен, что она столько стоит? 25 всего? Я думал, да я дороже продаю. Да на, забирай. Кул, мэн. Блин, дайте мне еще 7 баксов. Пожалуйста. Купите у меня что-нибудь. Open. А, во. Ой, да не бухти ты. Ты смотри, какой он улыбчивый. Забирай уже. That's my final offer. Давай еще раз попробуем. Ай, да на, забирай. Сам такой. Репейр. Да, 200 баксов. Так, здесь нужны составные части. Так, ну одну мы... О, одна здесь. Колесо. И одна у нас на складе лежит. Ух ты, фига себе. Хиппи пришел. Вот это да. Ну давай еще разок попробуем. Ай, ладно, не будем испытывать удачу. Забирай, забирай, хорошая покупка. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сейчас подойду. Опять ты. Слушай, ты сейчас сразу пойдешь от меня. Иди отсюда. Так, 169. По сути, я выполнил пока что хотел. У меня есть еще плакатики. Виски. $5. Давай, мне хотя бы номинал пройти. Давай еще разок. Отлично. Забирай. Почти все распродал. Ну что, для мидл? А, это все станки. Но пока у меня нет столько этого товара. Что у нас, керри? Может, здесь что-то вкусное лежит? Нет. Так, ладно. Рановато. Черт. Забирай. Все разобрали. Ничего не оставили. Так. Репейр. Репейр у меня хватает? Не хватает? Там 300. О, стоп, у меня 300 хватает. Слушайте, а мне сейчас закупаться? Не, я подожду тогда. Если что, когда будут предметы для репейра, тогда я, наверное, и возьму. Так, поехали. Что у нас там? Bright Storage, да? Топливо есть. Это уже не амбар. Здесь уже, походу, как раз-таки аукцион, на котором мы должны будем выиграть. Bright Storage. Mika's Beat Wars. Да, вот Beat Wars. Вроде так и игрушка называлась. Beat Wars. Tutorial. Winning the auction. Your goal is to be the highest... Ну да, большую цену надо будет выставить. Use small or big buttons to increase the price. Ставить ставку либо маленькой, либо большой. After winning the feel free explore and collect all items inside, they are yours. То есть все остальное будет, ну то есть все, что внутри будет, уже мое. Да-да-да, привет, привет! Hello.
Фонарик, топор. Chance to find metal, scrap and wood. Что-то я пока не встречал, что где его использовать. Lockpick для вскрытия, я так понимаю. Road closed. Ну вот, здесь, наверное, да? Да, начнутся ставки. Дац. А, слушай, он мне дал 600 баксов. Спасибо. А я переживал, что у меня денег нету. Да-да-да, вот моя ставка. 50 баксов. $275. На, ставку в сотку. Все, все распугались. Зараза. Ну-ну-ну-ну-ну. На, 50. Блин, дорого получается. Его можно было дешевле выиграть. Ну ладно, continue to barn. Я думаю, я здесь сейчас затарюсь хорошенько. Так, сундуки. Разного рода краска. Сразу делаем ресайкл. Пусто. Мусор. Это что такое? Да предохранитель, что ли, смахивает? Так, покрышки. Забираем. Нет, музыка пусть останется. Да-ва-ва. Стоп. Пусто. Сайкл, ресайкл. Не то чтобы густо. Народ, я 500 баксов просрал здесь. Где тут лестница? Вниз еще идет. Сейчас забабахаю туда какой-нибудь, не знаю, вход в бункер. Там пайков на 3 года. А, да, слушайте, предохранитель. Опачки. Joy Quest 4x4. Нашел УАЗик. Слушайте, а что по цене не написано? 1,5 штуки. Все, я уже победил. Что прячется у нас здесь? Забираем. Детали для машин, да? Кондиционер не отпилить. Руль, магнитолка. Так. Это тоже рецикл. Рецикл. Это что такое? Broken. Во, кстати, да, чтобы ремонтировать. Ладно, забираю. Канистра. А, колесо. Скажи, что переднее. Скажи, что переднее. Front wheel, да, отлично. Слушайте, а что-то у нас еще не хватает. У нас там какой-то детали. Мотора, что ли? 2 колеса. My best tool. Так. Нагромоздили тут. Слушайте, не хочет. По-моему, застряла. Опа, мотор. Забираем. Еще телевизор сломанный. Так, мы нашли главную деталь, которая нам нужна была. Холодильник с пивасиком. Забирай. Саммерсет. Все. Все собрал уже, что ли? Я разошелся тут. Думал, сейчас еще ниже что-нибудь пойдет. Боеголовки. Так, ну ладно.
Раз уж я все собрал. Так, сейчас пойдем к машине. Так, машина у нас там 1500, так? Well done! Да-да-да, увидимся в следующий раз. Так, 38, пока это неизвестно. 38, 55, 48, 24. Не, ну слушайте, я... Да, я окупился, даже по этой мелочи окупился. 80, ну и да, и собственно главное оружие это 430. То есть главное... Надо было ставки делать маленькими, по-моему. Зачем такие вот большие, да? Агрессировал, агрессировал, и получилось, что они захотели перебить. Ладно, валим на бой. О, грузит УАЗик. На буксир. А, еще я и трачу на транспортировку машины. Отлично. Блин, я не взял Golden Paper. Я не нашел Golden Paper. А что тогда написала, что нашел все? Я так не играю. Ладно, сейчас возможно еще вернусь туда. Давай, давай. Напрягись. Так, раз у нас есть время, теперь, наверное, нужно что сделать? Нужно... О! Big Joy Quest Off-Road Introducing September as a Rebadged Joins. Данки. Интересно, его, он просто так и будет стоять, да? Его заберут в таком виде? Или мне его надо помыть? Так, ремонт. Mika Repair Station allow you to fix broken items. Broken items have hammer icon. Fix damage spots using resources from junks with X. Ого. Так, а каким образом мне вот тогда эти ресурсы добыть? X. Где их добывать? А! Вон как. Это ж столько хлама я пропустил, да? По-моему, нет ничего. Теперь еще фонарик нужен. А, кстати, да, мы теперь мумотик вроде можем собрать. Так, грязных вещей вроде нету, да? Но есть сломанные. Пойдем, отнесем телек. Не то чтобы, конечно, крутой. Веревочка. И как ремонтировать? Дэмэдж. А, во. Деревяшка. Деревяшка. Нужны две деревяшки. Стоп, а что, снизу нету? Сверху нету. Нужны две деревяшки. А деревяшка мне не выпала. С деревяшками все плохо. О! Может, конечно, не стоило разбирать все это дело дома. Отлично. Две деревяшки есть. Ну. Та-дам! Так, ты у нас биг. Значит... Давай тебе на эту площадку. Стоп, почему нет? А во. Это будет у нас 80 баксов. Нормально. Так, что тут у нас есть еще? Поехали, движок. Соберем мотик.
Так, еще колесо переднее. Так, я так понимаю, руль, всякая эта ерунда, это просто, ну, сдается. Там она не стоит, что собирательная. Стой, не-не-не-не-не, мы мотик же собираем. О! Видели, да, там, не знаю, по-моему, то ли огнемет, то ли что-то в этом духе лежит. Ворочайся. Нет, не в ту сторону. О. Не пролазишь? 600 баксов. Вот это удача. Ну, какие вы еще варианты есть? Что это? Тут реально смахивает на огнемет. Лазерган? Смертельная лазерная пушка? Это кинокамера? Комп? Лемон Г-30? Iron Rhino Safe? Ну и мотик. Походу повторно, да? Джамаха, да, Джамаха повторно пошла. Окей. Так, движок. О, автомат. Автомат это на починку. И надо, кстати, упаковать этот. То, что мы сейчас надыбали. Шестеренка. И что у меня есть? Отлично, у меня есть. Блин. Not enough resource. Сразу две. Слушайте, ну-ка дайте мне фонарик. Мне хватит еще на фонарик? Welcome to Miko Shop. Да, хватает. See you later, partner. Потому что, возможно, я здесь что-то профукал. Нет тут веревочки? Не хочу мячики разрубать. Слушайте, у меня же дома еще что-то было. Деревяшка провалилась. Черт. Забагованная игра. Теперь дерево валится. Которое мне уже не нужно. Давайте что-нибудь более интересное. Нет. 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 Возможно. Да. По-любому отсюда сейчас вытащу. Веревку. Черт, побери. Черт, нельзя. Кровать сломать нельзя. О! Отлично. Кому это вообще нужно? Пойдем чинить. Игра еще находится в данный момент сейчас в демо-версии. Я не знаю, есть ли там доступ прям в демо-версии у всех. Возможно, что нет. Релиз вроде как первый квартал. Первый квартал уже прошел? 3 марта. Да, теперь уже второй квартал начался. Так, сколько стоит-то? 160. Нормально. Кстати, давайте, наверное, пополним наши прилавки. Так, походу мы полностью забили. Возможно, нам нужно улучшить. Стой, я же... не продал. Так ведь? Да, 430. Отправить. Вот, еще бабки.
Медиум. А, нет, все, товара у меня больше нету. Не на... А, вот еще, да, оказалось. Ну-ка. А что у меня есть-то еще? Все, я все раскидал. Все починил, все раскидал. Походу, я иду спать. Кто-то там блеет. Кукарику. Так, сразу врубаем. Смотрим, что за почта. Новое задание. Белка на ринге. Oh, what takes this job besides you guys? Some Billy told me that classic batch model can still found around Quiet Woods. Как насчет этого? Uncle Billy still owe me. Должен мне 50 баксов? Так. Quiet Woods. Блин, здесь только закупаться, да? А у меня есть, слушай. Барнхамп. Окей. Сейчас подождем этих людишек. Людишки. Люди. О, кстати. Стоп. Что ты хочешь купить за 600-то? Мотик? Не, слушай, я по дешевке не отдам. Это кровиночка моя, ты что? Еще раз успею? Отлично. Забирай. 810 баксов срубил. У-ху. Че, дамочка, сколько ты можешь смотреть? Давай, забирай уже. А, нет, сейчас под полоска слева в верхнем углу проходит. И следующий покупатель. 31. Ладно, забирай. Блин, походу, ребята опять по баратравме сервак свалили. Так. Здесь продажа. Здесь, по сути... Блин, давайте вы кто-нибудь купите вот это рухлядь. 49. Может, не надо было все выставлять? Серьезно? Я же вроде там в максимум уперся. Давай еще разок. Так уж и быть, забирай. Надо было меньше выставить, и пусть они все идут на машину, да? 80 баксов. 80. Ну ладно, потрачу. А это что? Еще один стеллаж. Не-не-не, погоди. Давай, больше денег. Ну и ладно. Следующий. Черт, я думал, телек покупает. Блин, вот ты по-любому нехилые бабки мне выложишь за него. Я по лицу вижу. Ты нормальный чувак с перекошенным лицом. И что ты тут смотришь? Да ладно, ты, наверное, на него, да, заглядываешься? Обалденный автомат. Беспонтово. Не нравится мне, когда так скачет.
И ценники-то как бы не особо он задирает. Сложность повышается. Оп! Так. Хиппи, будешь что-нибудь покупать? Или это не хиппи? Как это называется, субкультура? Курильщики. Пиз, брат! Да-да-да, тачка пошла в расход. Я знал, что тебе понравится. Слушай, там кондей просто огонь, да? Я понимаю, ты шаришь в тачках. По глазам вижу, ты деловой человек. По дешевке отдаю, забирай. $1950 выторговал. Алло, да. Лошара. Так, ну все вроде. Мы основные продали. Если что, там еще будет время. Че, поехали? Quiet Woods Travel. Подстава. Демка кончилась. Да, мы надеемся, вам понравилась эта демо. Поддержать их на кикстартере. В общем... Later Partner. В общем... Найс. Секунду. Найс. Фидбэк. Сент. $1 мне дали. Слушайте. Тогда получается сейчас, если я дальше пойти уже не могу, мне исключительно остается подфармливать разве что на двух локациях. Сейчас пойдем посмотрим, сколько дают. Кстати, у меня денег-то много. Я могу, по сути, сейчас все выкупить. Локпик. Знал бы я еще, куда их использовать. По-моему, у меня не было таких элементов. Это не она. И вроде даже не ты. Стоп, или ты на автомат целишься? Да, он автомат целится. Фуф. Продавай. А то сейчас нажадничаю. Так. Что теперь-то тогда получается? Все вроде... Локпик у нас не выбирается. Блин. Я должен это проверить. Походу, ничего. На! Нехило так. Забустил. Да забирай. Чуть ли не в две цены. Так. Интересно, я трачу? Red Barn Trail. Слушайте, а я не трачу. Я, по сути, больше топлива не трачу. То есть один раз я туда доехал, все, топливо потом ноль используется, да? То есть приезжаем потом, не знаю, на локацию, осматриваемся. Вот. Немного, да, не спорю, немного. Collectables всего лишь 1/4. Какие-то провода. Можно еще немного денег поднять. Не знаю, зависит ли это от количества дней пройденных. Сколько здесь будет вариантов для сбора. Так, а двери все открыты уже, да? Кстати, да. Ну вот. Блин.
Теперь подходим уже с умом. Свечки ничего не падает. А нет, падает. Demolicious. Кстати, да, потом для последующих исследований будет как бы еще проще. Да, много элементов, которые здесь мешались, они исчезнут. А нам потом пригодятся. Так, где-то еще что-то осталось. Куда-то что-то спряталось. А, вон вижу. Кабель. Скорее всего, последний. Да, все собрано. Вот так вот выглядит на данный момент демо. По сути, игрушка мне концепт понравился. Скажем так, поиск предметов. Продажа, как бы свой магазинчик. Эх, еще бы таверну можно было бы завести. Вообще было бы огонь. To Quiet Woods, look for Butch. Ну да, дальше путешествовать мы уже не можем. Потому что домой возвращаемся, здесь все собрано. А, кстати, слушайте, единственный момент. Надо туалетную бумагу найти. Надо найти туалетную бумагу. Я не нашел золотую туалетную бумагу. А, блин. Стоп, или я могу? Нет, не могу, походу. Типа одна поездка в день, да? Так, разгрузись. Или не одна поездка в день? Там какой-то итем-каталог даже потом. Открываем магазин. Правда, нам сейчас продавать особо нечего. Пополняем. Че, я даже руль продал? Хаб, спрайт, сторож, тревел. Да, топливо не требуется. Так что можно даже на демочке вот эти между двумя зданиями что-то еще поднасобирать денег. Но я, по-моему, уже все посмотрел. Да, за исключением одного момента. Где-то туалетная бумага. Да-да, привет, привет. О, кстати. Туалетная бумага, она, кстати, должна звучать. На крайняк сейчас выключим этот. Музыку, звук. Ночник. Опа! Стоп, ну не заново же. Нормально. Надо прислушиваться. По-моему, данные детали бесконечно стыкаются. А это что за знак? Ну да, мы все собрали. Может где-то вверху подпрыгнуть как-то что-то.
Не может же она где-то в начале лежать. Ну-ка. Давайте послушаем. Попробуем пробежаться и послушать. Ноуп. Не слышу. Но она же должна быть где-то в этом прям гараже, так ведь не должна же быть где-то снаружи. Или? Да-да, привет. А, она здесь. Я слышу ее за спиной где-то. Та-дам! Ну вот и все. Теперь мы точно закончили прохождение демки. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Будем дожидаться релиза данной игрушки. Ставьте лайки и дизлайки. Не будьте инертными. Пока-пока. Любая оценка — это оценка. Да. Я все сказал. Пока-пока.